Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Пледы. Но это неотъемлемая часть любого дома. Согласись, это нежность, уют, это тепло, независимо от времени года. Ты знаешь, Марина, вспоминаю историю, когда моей доченьке было полгодика, Ангелине, я такой плед привезла своей мамочке в подарок из-за границы. То есть это было 6 лет назад. Но когда моя маленькая доченька взяла вот эту нежность и мягкость свои маленькие ручки, она просто не отдала его бабушке. И этот плед она на самом деле не давала никому, она не позволяла никому его брать, потому что его безумно любила. И этот плед он не мог ей заменить даже самую нежную мягкую игрушку, потому что длинноворсовый Woolsoft – это необычайная нежность и мягкость. Это уют и теплота абсолютно для каждого человека. Вы не представляете, какие эмоции вы испытаете, прикоснувшись к нему. Плед «Прекрасный вечер» у нас сегодня представлен в размерах односпальный, полутораспальный, двухспальный и евро. Представляете, цена премьеры сегодня от 1099 рублей, то есть чуть более 1000 рублей. Вы экономите сегодня 1300 рублей. И сегодня плед у нас представлен в трех цветах. То есть вы подберете под свой интерьер эту невероятную нежность. Боже, ты так его трогаешь. Его прям так очень и очень хочется постоянно трогать. И я тоже понимаю, насколько эта нежность непередаваемое ощущение, правда? Согласна. Ощущение действительно очень сложно передать, потому что такой нежности и мягкости даже нечем сравнить. Это очень нежный плед. Но я хочу отметить, Марин, что приятно, что у нас есть не один плед фактически, а два, потому что у пледа целых две фактуры. Смотрите, одна фактура яркая, насыщенная, вторая фактура такая очень нежная, потому что это длинноворсовый Woolsoft. Вы получаете фактически два пледа по одной цене, а благодаря своей толщине он становится многофункциональным. То есть вы, смотрите, можете его использовать как покрывало на кровати. Можно застелить, например, диван, обновить его, добавить новые акценты. Можно постелить на полу деткам, как я делала всегда Ангелине, чтобы они играли, им было тепло. Можно использовать как легкое воздушное одеяло, очень уютное. Ну и, конечно же, только представьте, вечерами, да, всей семьей, своими детками, либо своим любимым мужем, вы сядете на балконе или просто на диванчике перед телевизором, укутаетесь, и вы станете ближе друг к другу. Вам будет тепло и вам будет уютно. Согласна с тобой, что и тепло, и уютно, и такая нежность, которую хочется не только самой ощутить, но и дарить ее постоянно хочется. К тому же плед у нас сегодня представлен в нескольких модификациях. Пойдем прогуляемся. Цветах. Итак, пойдем модификация, посмотрим. Зеленый цвет, пойдемте теперь посмотрим, что же у нас есть. Ой, а здесь-то какая нежность, просто еще не только на ощупь, по тактильным ощущениям, но еще и на вид, посмотрите. Но вот это вот однозначно мой выбор, необыкновенный. Обыкновенный небесно-голубой цвет, модификация голубой. Ну, для каждого интерьера, я считаю, такая модификация подойдет, потому что он еще, кстати, не только освежит интерьер, да, но и визуально расширит пространство. Прекрасное решение, кстати, для детской комнаты, потому что детскую комнату нужно так сделать более спокойно. Голубой цвет, он хорошо успокаивает, прекрасно подходит для сна. Ну и поверьте, каждый ребенок будет счастлив получить такой плед подарок. Знаешь, у меня Ангелина, вот она порой выбирает себе даже в основном не игрушку, а плед. Ей очень нравится эта нежность. Она безумно любит пледы. У нее, вот ей 6,5 лет, у нее знаешь сколько уже пледов? Своих личных. 5 штук. Ну, ты балуешь свою Ангелину. Ну, я люблю своего ребенка. Посмотрите, какую красоту вы получаете сегодня по невероятной цене премьеры. 1999 рублей. И вы можете сегодня выбрать ваш любимый размер, потому что размеры у нас сегодня просто невероятные. Односпальный, полутораспальный, двухспальный, евро. Выбирайте тот, который вам подходит. Выбирайте тот плед, который вам понравится. К тому же вы получаете не просто плед, вы получаете два пледа. Вы получаете, то есть, двухсторонний плед.
обед, вы получаете еще и летнее одеяло, вы получаете удовольствие, тепло и невероятную нежность, которую просто на самом деле невозможно передать словами. Вы экономите 1300 рублей. Представляете, какое предложение? И вот такую нежность, вот это замечательное, вот мне очень нравится этот вторая сторона, которая похожа на овечку. Да? Ты знаешь, Мария, да, есть сходство, я с тобой соглашусь. С натуральной овечьей шерстью, но только длинноворсовый волосок, из которого у нас как раз-таки изготовлена вторая сторона, он на порядок нежнее. Он нежнее, он мягче. И что очень важно, что он еще и практичнее. Ведь именно волосок, созданный по японским технологиям, это самая прочная нежность в мире. Вот этот ворс, он абсолютно не подвержен истиранию. Этот ворс настолько крепко закреплен, что его даже невозможно выдернуть. Ни вы, ни животные не смогут этого сделать. Этот плед подарит вам непревзойденную нежность. Он будет согревать вас даже холодными вечерами. Он будет окутывать вас мягкостью. И главное, что он будет с вами долгие-долгие годы. Потому что пледы из волсофта служат минимум 5 лет. Вот моему пледу, я говорила, я Ангелиночке его покупала 6 лет назад. И он до сих пор радует своей нежностью и мягкостью. Катюш, ну вот смотри, ты говорила, что ты для своей доченьки покупаешь такие пледы. Да. А насколько они гипоаллергенны? Все-таки дети иногда бывают очень склонны к аллергии. Ну, я с тобой согласна, но учитывая, что я такая мама, которая для своего ребенка выбирает только самое лучшее и заботится, конечно же, о ее здоровье, то я рекомендую даже данные пледы с первого дня жизни. Объясню почему. Пледы из волсофта на 100% гипоаллергенны и безопасны. Как для детей, так и для людей, там, склонны к аллергии. Поэтому выбирайте для своих деток нежность, теплоту и такую ласку, я бы еще сказала. Ведь это многофункциональное решение. Согласитесь, как здорово, да? Сесть, например, вечером в кресло-качалку с книжечкой, укутаться в плед. Тепло, уютно, хорошо. И мысли ведь всегда посещают нас такие очень теплые. Ну, вот, посмотрите на эту девочку-красавицу. Да, и также вот моя доченька. Как, кстати, укутывается в этот плед. И ваш ребеночек может укутаться и будет счастлив. А вечером, когда вы, например, вяжете носочки своим любимым деткам, вот, укутайтесь в этом плед, чтобы вам было тепло. И не только тепло, но еще и нежно. Да. Еще и такая, понимаете, это такое тепло, такая нежность, которую невозможно передать. Ее нужно только почувствовать. Поэтому просто звоните, заказывайте и почувствуйте эту нежность, невероятную мягкость.